Приволжский окружной военный суд оставил без изменений приговор двум участникам запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Как сообщили телеканалу РБК Уфа, в пресс-службе УФСБ России по Башкортостану 37-летние и 29-летние мужчины признаны виновными в организации ячейки террористической организации. Им назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроками на 17 и 12 лет соответственно. Напомню, обвинительный приговор вынесли в марте этого года, осужденные приговор обжаловали, однако решение суд оставил без изменений. Как установило следствие, осужденные действовали в Зауралье. В ходе обыска по месту их жительства сотрудники УФСБ России по Башкортостану изъяли запрещенную литературу и материалы экстремистского характера.